Здравствуйте, уважаемые коллеги. Добрый день. Здравствуйте. Леня, спасибо, что напомнил. Хорошо. Заодно увидишь Юрия Анатольевича. Ну, в красе. Да, я планировал, но подзабыл. Хорошо, замечательно. У нас тут холодно, поэтому я утеплю. Прошу прощения. Народу много уже. Дмитрий Сергеевич, что, начнем? Сейчас, вот меня слышно, да. Ну, да. Давайте минутку подождем, чтобы формально, чтобы вовремя начать и начнем. Юр, как жизнь вообще? Да не очень хорошо. Вот, Баскатов умер у меня, друг близкий, очень, вы, наверное, в курсе. Мы были вместе на похоронах в гербу. Я сочувствую. Вот человек очень сам по себе достойный. Да. 30 лет мы с ним знакомы. Он, если я один раз вхожу в индекс Хирша Саратовского госуниверситета, он ходит дважды. Вот. То есть он дважды представляет Хирш. Ну вот у него вот результат я специально открыл. Молодой, 56 лет молодой. Ну мы с ним ровесники. Вот. Вот у него вчера было. А я думал, что ты моложе, ты знаешь. Ты выглядишь моложе. Вот, с другой стороны, вот Могилевич, там, тоже мой соавтор, хоть он и привитый уже, и все, ну, я с ним вчера разговаривал, он уже 2 недели в больнице лежит с ковидом, вот, и как-то мне не понравился разговор, в том смысле, что тяжело он разговаривал, он еще перед этим говорил, что он как бы там приболел чуть-чуть, вот, и потом все-таки жена у него дома, значит, болеет, они оба заразились как-то. А его забрали в больницу. И все равно, ну, чувствуется по голосу очень нехорошо. Как вот с Владимиром Петровичем тогда разговаривал, когда его уже даже вытянули, вот такая же вот. Такая. Короче, а в остальном все нормально, более-менее все у меня. Ну да, в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Так вот это вот. Конечно, ну, у нас вуз сейчас весь на этой самой, на удаленке, не де юре, а де факто. Они схитрили, они всем объявили так, что только по личному разрешению можно вести занятия, лекции 100% нельзя. Можно вести практически лабораторные, семинарские занятия, но только для как бы особого разрешения. Мехмат принял решение до 15 декабря, а у нас очень много заболевших. У нас... Когда был вот этот самый разгар пандемии, у нас там максимум в Саратовской области было там, ну, 150 заболевших, а сейчас у нас 650. И это, скорее всего, не все официальные, поскольку я даже знаю, у меня на работе несколько человек, которые болели, они не сообщали, что болели. Угу. То есть система здравоохранения не справляется, да. 650 – это очень много для Саратовской области, очень много. С учетом того, что в основном-то в сельской местности вообще никто не болеет, то есть болеют крупные города. Точнее, не сообщают о том, что болеют. Не, ну в сельской местности, если никто никуда не ездит, они и не болеют. Понятно. То есть там в каких-то районах там 1-2 человека, там, например, вот. Саратовская область, она же большая, по площади она где-то, как и Волгоградская, откуда я родом, они, у них одинаковая площадь, 100 тысяч квадратных километров с лишним, там 102-103, по-моему. То есть они где-то раз в полтора больше, чем какой-нибудь Ставропольский или Краснодарский край. То есть по населению они, конечно, меньше гораздо, а вот в смысле по площади огромные. То есть вот ехать 200 километров, например, до Балашова или Ртищева в одну сторону и 400 километров до Алгая ехать, то есть 600 километров, это
а до Москвы 800. То есть это у нас огромное расстояние, конечно. Да, территория огромная, это хорошо, а то, что болеет много, это плохо. Что, Дмитрий Сергеевич, начнем? Да, давайте начнем. Да, грустно, конечно, это все, но... Юрий Анатольевич, тогда перейдем к теме докладов. Ну, я постараюсь как бы сначала делать какой-то небольшой вводный доклад, посвященный именно инволютивным методам и что такое Вайсгрёбнера. А потом перейду именно к практическим, чтобы как-то все как бы подкрепить все эти знания. Вот. Ну, на самом деле, к сожалению, или там к радости, тут можно по-разному все это говорить. Вот. Опять у нас умер сотрудник Гордохлебов. Я не знаю, может быть, кто знал, не знал, но он был специалист по конечным автоматам. Вот. И я когда-то очень давно его несколько докладов слушал, как бы тематика не пересекаются. Вот умер тоже на днях, вот он. И 85 лет, то есть это нормальный возраст более-менее. Вот. И у него красивая была идея. Вот он рассказывал в докладе, он говорил о том, что дискретное устроено все сложно, повторяя слова Корняка Владимира Васильевича. Вот. А непрерывное оно гораздо проще. Поэтому он пытался конечные автоматы резко увеличить их размерность, там число комбинаций, и использовал для этого как раз методы матанализа, то есть понятие предела и так далее, за счет этого получалось какие-то хоть свойства навести. Ну, мне как бы сама идея тогда, я ее тогда не воспринимал, мне понравилась, и она была неплохая, и, к сожалению, тут он скончался. Вот я как бы с его сыном больше был знаком, мы ровесники примерно. Вот. И исторически сложилось так, что в основном главный вклад, на самом деле, в теорию Байесов, Грёбнера и все остальное ввели, как ни странно, именно специалисты по дифференциальному уравнению частных производных. То есть все возникло из такого подхода, попытки обобщить теорему Каши-Ковалевской. Ну, Владимир Петрович Герц всегда вот, очень любил это подчеркивать во время своих докладов. Вот. И я также подчеркну, что на самом деле как раз главные результаты были ими получены. Они, правда, многого не понимали, поскольку они не были алгебраистами, а были специалистами именно для дифференциальных уравнений. А потом все с 20-х годов прошлого века все задавил матанализ. Ну, в разных там интерпретациях. Вот. И мне кажется, вот для меня лично проще гораздо смотреть с точки зрения дифференциальных уравнений. И если такая маленькая такая историческая ремарка, я сам пришел к этим методам именно из дифференциальных уравнений, поскольку наша кафедра специализировалась на, так сказать, на околозвуке, только еще есть три школы, московская, новосибирская и Санкт-Петербург, тогда Ленинград. Околозвук, очень сложные сами по себе чтения, гораздо проще считать дозвук или сверхзвук большой, или гиперзвук даже считать проще. Там просто проблема именно конструкции материалов и так далее, а не в самих расчетах именно какое течение будет обтекание газа. И получилось так, что уравнения всегда не были нелинейными, и очень трудно было искать решение. Вот. А получилась была такая неплохая статья, не помню, немецкий автор был, как найти там приближение уравнения Лина-Рейснер-Дзяна, называемый медленный трансзвук, это которые позволяют решать задачу, вот, когда вот, не слишком быстрое изменение идет в околозвуковом обтекании газа. И получилось так, что там очень громоздкие сами по себе выражения, я все вручную считал, и случайно мне попалась книга по Анкаре, вот, и там оказалось, что он показал, как можно работать с переопределенными, как мы тогда раньше называли, переопределенной системой уравнений частных производных. Ну, то есть классический вопрос, вот я вспомню, Термех, нам аналитическую механику читали, и всегда говорит, вот пусть система будет число неизвестных равно число, так сказать, число зависимых функций равно число уравнений, и тогда все хорошо. А главный вопрос, а там связи дифференциальные, галономные, не галономные, как в Термехе,
Вот, и возникает вопрос, а как вот с ними работать? Они будут когда... То есть, как бы открытое получается все вот это вот понятие размерности. Вот как раньше меня учили, говорит, ну, уравнение возьмем, уравнение Лапласа. Две второго порядка, если там о двух переменных, значит, две произвольные функции, о двух переменных это является произволом решения. Вот. И вот эту задачу всю оказалось, что вот эта техника, которая там, ну, у Пуанкаре, я тогда думал, что это Пуанкаре сделал, на самом деле это сделали гораздо не до него, лет, наверное, за 50, за 60. Вот. Специалисты по дифференциальному уравнению начали исследовать и вот развили эти методы. То есть одни из первых были Рикье, Жане, ну и Томас, знаменитый, который практически сделал все и даже сумел продраться через, так сказать, возможность проверки совместности нелинейных уравнений, дифференциальных уравнений частных производных, чем вот Владимир Петрович с Даниэлем и занимался в том числе. Вот. Ну, я получилось так, что я смотрю, а там можно все вручную посчитать. И главное, метод-то, он такой простой, не надо какие-то трюки применять, что-то делать, и все, главное, все получается, главное, он логичный. При этом, как оказалось, он очень алгебраичный сам по себе, и значит, алгоритмичный. Вот. Ну и так получилось, что первая реализация была вот как раз вот, вы видите на слайде Жарков-Блинков в 93 году, Помаре-базис. Вот. Деление очень само специфическое, я чуть ниже в докладе про это расскажу. Вот. Но оно не всегда сходилось. То есть, когда у вас конечное число корней, то есть у вас, как говорится, нульмерный базис, то тогда все хорошо получается. А так не получается. Помаре там развил какую-то дикую теорию замены переменных, произвольно-линейной замены переменных, что-то еще такое вот. Ну, на самом деле, там как бы ничего нет. То есть, если вы слышите какой-то негатив в моих словах о Помаре, вот, он, кстати, про Герда не так давно написал статью и, так сказать, выразил большие, вот. У него все-таки результаты в основном это предыдущие, просто они изложены как бы на более новом уровне, как бы вот такой вот. Ну и в результате получилось так, что я познакомился с Алексеем Жарковым, вот, и там знакомый товарищ нас познакомил, он как сказал, вот, говорит, да вот есть, я узнал, что, оказывается, можно программировать, вот как раз, что можно динамически выделять память, как был прошлый доклад на Паскале, можно писать программы, был дико удивлен, и тут для меня открытие, что есть язык такой Lisp, и мало того, что есть Lisp, уже даже система компьютерной алгебры готовая, есть Reduce, которая очень сильно развивалась в Саратовском госуниверситете физиками, как это не парадоксально, вот, и Леша, вот и как раз Башкатов, к сожалению, мой покойный друг, он мне рассказывал, что там был компьютер, огромные эти дискеты, и там был Reduce установлен, то есть он тоже это все хорошо помнил, вот, и получилось, мы сумели сделать реализацию с Алексеем, но получилось так, что моя реализация хоть и была лучше его, но когда он ехал и в 93 году и ставил Reduce, там, монтировал, точнее, пакет, то поскольку у меня не было рядом, он не смог ее вмонтировать, и он строил свою реализацию, там некоторые ограничения были, ну, быстродействие там у меня было чуть быстрее, чуть медленнее, но оно такое не носило принципиальный характер. Вот. И, так сказать, мы с Владимиром Петровичем начали развивать уже эту теорию инволютивного деления. И вот в 95-98 году была одна из первых реализаций, это была она реализована в Reduce на Lisp. Вот. Но сразу же была как раз возможность более сделать более эффективную реализацию. И вот 2001 год, вот, была реализована мало что на Reduce, но там не очень удобно всякие вот эти структуры данных, хотя, казалось бы, Reduce, Lisp – это списки списков, но модифицировать списки там все-таки не совсем удобно. Там вот эти функции, которые структуры разрушающие, как их называют, RPLAC, RPLAC-D, отрезающие хвосты, они все-таки, с ними не совсем удобно работать, язык под это не приспособлен. Вот, там были некоторые. А вот на C++ очень легко делается. Вот, главная аналогия такая же прослеживается. Мне сделать дерево Жане, вот так называемое Жане-дерево,
сделать его на питоне, хотя я питон очень люблю и пишу, и считаю, что питон десятки раз по скорости разработки программ превосходит все, что я знаю. Вот. Ну, считается в 10-12 раз он обычные языки программирования превосходит. На нем они очень тяжело реализуются. То есть это не его как бы структура данных, а на C++ легко. Поскольку там есть возможность как раз работать ну, как бы ближе к самой структуре данных, разрушать ее, изменять и так далее. Вот. И вот в 2001 году были сделаны, и при этом еще Денис Янович сделал реализацию на C. Вот, чтобы было сравнение, поскольку были длинные дискуссии, на чем делать. Но обычный коэффициент Lisp и C++ или C 5-6 раз. То есть все-таки C++ или C превосходит вот такую вот величину, а C и C++ вообще без разницы. То есть на самом деле скорость быстродействия одинаковая, но C++ за счет удобства программирования, особенно с выделением памяти, как я рассказывал вот 2 недели назад, он гораздо эффективнее. Ну и тут вот вы видите, тут большой достаточно список и развитие, и разные реализации, так сказать, были. Вот, в том числе вот Janet-like деление, вот так называемое, там была попытка. Дело в том, что инволютивное деление, как я сейчас чуть позже покажу, оно отличается тем, что все-таки там некоторая избыточность информации, и поэтому базис Гребнера и инволютивный базис, они бывают очень разных размеров. То есть инволютивный, как правило, гораздо больше бывает, особенно в случае, если не нульмерное или большое число переменных. Вот. То Janet-like позволяет в некоторых случаях резко сократить само деление. Это были все попытки, это Владимир Петрович Герц все время их ставил, о том, чтобы сделать инволютивное деление более компактным. Вот, и у нас была реализация, так сказать, достаточно эффективная. Мы его назвали INV, это как бы Гребнер инволютивный, по сокращению. Гребнер инволютив, ну, как раз, чтобы название нигде не повторялось и так далее. Достаточно долго выбирали, но пришли, что GIMP его назвать. Вот. Ну, это вот как раз показаны разные имплементации, то есть они достаточно, так сказать, разнообразны. Но видите, что еще в 84 году была реке Жаны вот в редюсе сделана, так сказать, линейной, дифференциальной. И у меня, кстати, направленность GIMP, я постараюсь все-таки реализовать. И, так сказать, дифференциальный случай в достаточно полном объеме. Ну, я позже скажу подробнее, но как бы заранее скажу, там основная проблема в том, что нет ни одной хорошей библиотеки по вычислению наибольшего общего делителя от нескольких переменных. То есть еще от одной переменной библиотеки можно найти, а вот от нескольких переменных нет таких библиотек. Есть неплохие реализации, но они либо в мейпле, либо там встроен уже, так сказать, на живую, то есть как библиотеки их нельзя подцепить и использовать, то есть там очень сложности возникают. Хотя алгоритмы вроде бы общеизвестны, но сами реализации очень сами по себе сложны. Была договоренность с Ахином, там реализовывали, более-менее они сделали в предыдущей версии Инва, там была реализация, но там очень много отладки, много всяких тонкостей, нюансов, чтобы сделать все это эффективно. Во-вторых, надо понимать, что тут, может быть, имеет в виду алгоритмы лучше делать такие, что мне не надо точно знать, что там есть наибольший общеделитель. Мне просто надо знать примерно единицу он, то есть нет наибольшего общего делителя, кроме единицы. Либо что-то есть, тогда можно сократить. То есть тут есть некоторые такие нюансы. Но видно, это вот как бы вся библиография, это вот я примерно показываю, что это достаточно в разных системах было по-разному реализовано. Вот. Ну, само инволютивное деление, вот тут вот мы с Владимиром Петровичем тут эти аксиомы изобретали, которые позволяют это все как бы вылить внешне очень достаточно сложный громоздк. На самом деле там очень простая, так сказать, теория. Вот смотрите, у нас с вами имеется уравнение или там в частных производных. Это, ну, в случае одной перемены они вырождаются в ВДУ, да, обыкновенное дифференциальное уравнение. Вот. В случае многочлена, значит, многочлен – это одной переменной. Ну, вся теория Байесова-Гребнера вырождается
в этот момент вычисление наибольшего общего делителя, а дифференциальных уравнений там тоже все достаточно просто, поскольку у нас всегда есть делитель. То есть это Евклидово кольцо. В том смысле, что я могу придумать алгоритм деления, когда одна производная делит другую производную, при этом это все однозначным образом. В случае нескольких переменных уже нет однозначного образа, поскольку это все не обобщается. Так вот, там возникает неоднозначность в случае нескольких переменных, а вот инволютивный как раз подход, он позволяет, и это как раз вот эти вот ученые, про которых я упоминал в начале доклада, которые работали еще в конце 19 века, получается, как 18-19, на грани этих столетий. Вот они как раз и придумали вот это вот деление для того, чтобы грамотно распорядиться с производными. Я сейчас поясню идею. Вот у вас возьмем, например, эллиптическое уравнение, да, Лапласова, о двух переменных, x и y у нас. И возникает вопрос, а сколько число рядов Тейлора, количество рядов Тейлора я могу объявить произвольными константами? Потому что вот, как я вначале говорил, что в терминах производных, вернее, произвольных функций, там, что две произвольные функции о двух переменных, это значит, что у меня два ряда Тейлора с произвольными коэффициентами. Но это же не несет никакой по себе информации как таковой, а произволе в решении. То есть какую я краевую, там, граничную задачу могу поставить, начальные условия сформулировать. Не получается. А вот с точки зрения вот инволюции, там все хорошо получается. Там есть такое ограничение, которое давайте мы будем обобщать деление таким образом, в обычном смысле, чтобы оно было однозначным. Когда оно однозначно, вот это все правила алгоритма вам сразу легко дают возможность подсчитать количество коэффициентов ряда Тейлора, которые можно объявить произвольными. Это будет размерность. В том смысле, что если у вас количество ряда в ряде Тейлора членов ограничено, конечное, это значит конечное число корней с точки зрения полиномов, или если взять обыкновенное дифференциальное уравнение, это означает, что у вас все решение зависит от конечного числа констант. При этом это уравнение могут быть и в частных производных, но если сводится к ДУ, то это означает, что у вас просто вот конечное множество произвольных постоянных. Так вот, вот этот вот набор достаточно сложный здесь. Вот тут четыре аксиомы, вот, и подход, вот этот немультипликативный перемен. Но главная идея стоит в том, что давайте мы введем ограничение на операцию деления такое, чтобы оно было однозначным. Если оно однозначное, то тогда можно все легко посчитать. И главное, само конструирование вот этого инволютивного базиса сводится к тому, чтобы эту неоднозначность устранять, поскольку я ж могу разными способами посчитать комбинацию линейную взять, и у меня будут разные ответы. Если у вас уже внутри содержится байс Гребнера или инволютивный байс, у вас всегда ответ будет однозначным. Вот основная идея. Тогда все легко считается, все легко получается. И главное, вы точно знаете размерность решения, вы множество задач можете решить. Вот. Это вот всевозможные, так сказать, это самое. И главная идея, вот это то, что большинство делений, хотя Лем Петров всегда был за, чтобы всю задачу обобщить, я был все-таки как конструктивный человек, сторонник того, что должно быть все проще. Так вот, так называемое есть понятие парного деления. То есть, если у меня есть один моном, другой моном, или одна производная, другая производная, или там разностный сдвиг там по И, Ж, К в одном и в другом смысле две разных. Их надо, я могу сравнить любым способом, не обязательно там связанных там с допустимым каким-то упорядочным, просто я могу их сравнивать. То есть у меня линейный порядок задан, любой. Если задан линейный порядок, то тогда тот, кто младше, или там наоборот, кто старше, он объявляется тем, что не должна быть одна немультипликативная переменная, которая им запрещает двоим одновременно что-то одно делить. То есть я выбрал и по каким-то правилам выбираю эту переменную, например, просто по порядкам, то есть сдвиг, производная или умножение на переменную с точки зрения, в смысле, полиномиального.
то тогда это запрет. Раз запрет есть, у меня все возникает однозначно, я могу, значит, на эту мультипликативную переменную умножать и попытаться вот эту устранить, вот этот недостаток, чтобы всегда все было однозначно. Ну, вот, все, мы рассматривали с Владимиром Петровичем разные всякие деления, в том числе вот деление Жане. Жане, хоть и нас ходит и имя Жане, мы много очень названий неправильно с ним давали, вот, когда разрабатывали все эти пакеты, просто не знали историю, там все многое в основном сделано Томасом было, вот, американским математиком, в конце как раз перед великой, ну, перед войной Второй мировой. Вот. И их можно, например, связать с простыми упорядочениями. То есть есть упорядочение Алекс, которое антиградиент лексикографическое упорядочение. Есть упорядочение по полной степени лексикографическое, есть там просто, так сказать, лексикографическое. Вот Жане – это как раз есть лексикографическое упорядочение. Вот. И оно достаточно во многих вещах оптимальное, хорошее, и главное, достаточно простой алгоритм его определения. Ну, вот пример как раз вот говорил о этой неоднозначности. Вот у нас набор мономов о двух переменных. Вот у нас есть x, есть y, и вот этот маном делит вот такую группу мономов, этот вот такую, эту такую, такую. По цветам видно, что, так сказать, они все пересекаются. Нет неоднозначности. Инволютивное же деление, ну вот, например, деление Жане, оно вот так распределяет. Видите, у нас каждый конус не пересекается. В результате у нас деление всегда однозначно, и это как раз есть устранение этого недостатка. А когда вы построили, привели в систему инволюцию, она становится полной, вот эта система. То есть, если у вас, я вот обратно, что-то где-то какое-то делил, то здесь и тоже он будет делить, если у вас система уже обладает свойством какой-то полноты. Может быть, я говорю сейчас достаточно так, ну, поверхностно, может быть, но можно мне задать вопросы, будет. Вот, и я как бы постараюсь ответить. А это вот Алекс, видите, тоже вот оно, такое вот деление, вот оно так вот само по себе располагает. Вот. Основное направление, и сейчас я еще как бы это не реализовал, но к этому у меня уже все готово, и даже есть прототипы всех вычислений, просто пока гинф отлаживается, это сделать, что мы с ним под, так сказать, деление ГБ. Ну, тут как бы Грёбнер зашифрован, одновременно Герт Блинков, тут как бы мы с ним так обсуждали, он говорит, давай сделаем такое деление. Оно очень минималистическое, под него очень многие работали, очень многие хотели сделать инволютивное деление более компактным, до сих пор работы есть на эту тему. Ну, вот я считаю, что работа с предками, при этом они слегка нарушают как раз работу вот по этим аксиомам, но как парные деления, они хорошо получаются. То есть у вас есть предок, у каждого монома при продолжении, и мы сначала сравниваем предки. Если предки одного порядка, то есть по полной степени имеется в виду, то тогда можем, они сравнимы. А если нет, то тогда один старше и младше. За счет этого получается компактность большая очень, достаточно. Ну вот я сейчас вам приведу как раз пример. Вот у вас входное множество мономов лидирующих, или там производные, значит, 10 раз производная по x1 10 раз, например. И вот компактность. Вот деление Жане, тут задача решена полным перебором для разного порядка, так сказать, всех переменных. То есть у нас переменных здесь 3, значит, все 6 факториал, вернее, 3 факториал, ну, 6 равно как раз, мы все перебрали. Ну и тут видно, что деление ГБ очень неплохо себя ведет, как вот и все остальные. А вот более сложный пример, и видно, что опять ГБ очень себя неплохо ведет. Алекс ГБ всегда лучше ведет, но там некоторые сложности получаются не сколько в реализации, сколько в самих алгоритмах в отношении к сложности. То есть ГБ позволяет, так называемый, построить лес деревьев Жане. Сейчас вот, ну это вот примерно видно, как вот растет объем. Особенно это было сильно заметно. Мы с Владимиром Петровичем несколько лет занимались случаем булевским, когда у нас все переменные, так сказать, x квадрат равно x. Вот. И получалось так, что, казалось бы, там ограничение на число мономов 2 в степени n. И вот часто это 2 в степени n вылазило. То есть, казалось бы, у вас минимальное, что может быть,
минимальный экспонент, который получается, и она при этом дико сама по себе растет. И вот видно, как число элементов Байеса растет. В 93 году, как раз Жарковым, мы были на конференции в Линце, и там был Лазар. И он подошел, начал расспрашивать, я по-английски до сих пор, хотя всю жизнь учил этот язык, и как и русский, плохо, извиняюсь, говорю. Вот. Но я сразу понял, что он сказал. То есть тогда для них большое впечатление произвело, что инволютивные методы очень достаточно быстро считают по сравнению с чистым Грёбнером. А объяснение было очень простым. Поскольку возникают промежуточные, чего в Грёбнере нет за счет инволютивного подхода, промежуточные многочлены или там уравнения дифференциальные и так далее, они позволяют кэшировать вычисления. То есть вы лишний раз что-то второй раз не вычисляете. Вот. И я так понимаю, он очень тесно был связан забыл фамилию, но который сейчас алгоритмы у него везде встроены с использованием линейной алгебры. Ну, тоже он француз. Фужер, да, спасибо. Фужер. И Фужер как раз вот с ним был тесно связан, они тогда вместо как-то работали, и он использовал линейную алгебру. Вот у меня сейчас как раз одно из направлений будет реализовать в Гинви кэширование данных при вычислении. То есть там, например, редукция многочлена на многочлен идет. А чтобы редукцию сделать, одно дело, когда один многочлен из другого вычитается, то есть у них лидеры совпадают, лидирующие моном или там частные производные или там сдвиги в разном случае совпали. А другое дело, когда я должен на что-то это умножить, либо сдвинуть, либо продифференцировать, а тогда надо, получается, и от него считать еще нормальную форму, иначе там будут промежуточные редукции. И вот за счет этого можно получить очень большой выигрыш. Ну и вот тут хорошо видно, как раз, как вот тут получается, с одной стороны, я кэширую данные, то есть не делаю повторных вычислений, а с другой видно, что угол наклона, хотя здесь логарифмический масштаб, другой совершенно для деления ГБ и Алекс ГБ, работы с предками. То есть тут совершенно другое поведение, тут достаточно много было вычислительных экспериментов и по времени достаточно долго. Вот по ЦПУ, вот. Но тут эти вычисления еще были без того, чтобы использовать дерево Жане. Сейчас покажу, что такое дерево Жане. Ну, тут примерно времена это, как бы вот. А вот есть понятие дерево Жане. Ну, оно как бы из самой лексикографии идет, но оно позволяет очень быстро и эффективно находить инволютивного делителя. То есть я смотрю, здесь первая перемена нулевой степени. Если первая перемена в нулевой степени, то тогда иду вправо. Если нет, иду влево. И вот по этому принципу влево-вправо, то есть я очень быстро нахожу, если есть делитель, то по этому дереву поиска найти его нет проблем. При этом надо учитывать, что при вычислениях там десятки тысяч элементов – это обычное дело при построении базисов. В конце они могут быть там более компактные, но в промежуточных вычислениях обычно они очень огромны сами по себе. Ну, как задача, она сама по себе и с точки зрения памяти, и с точки зрения вычисления, она вся экспоненциальна. Вот. А это применение дерева Жане, вот это деление ГБ. Оно, видите, позволяет дереву, вот у нас предки, я их обозначу жирными. А это продолжение, видите, оно цифрами не является жирными, нежирными числами обозначено. Вот оно вот так вот распалось на два. Ну, это как бы не совсем явный пример. Вот Жане 22, видите, структура достаточно длинная, большая. А вот соответствующему дереву Жане, вот две маленьких структурки получается. Ясно, что на больших вычислениях там разница будет просто огромная. Ну вот, 61 моном здесь используется, а здесь используется 9. Ну и сразу надо говориться о том, что, я же говорил, что математики, которые занимались дифференциальным уравнением, для них главное было понятие узнать, система совместно, не совместно, а если совместно, какое пространство решений мы и владеем, то есть сколько у вас там произвольных коэффициентов в ряде Тейлора.
Так вот, оказывается, что, используя как раз эволютивный подход, это легко сделать, поскольку знание вот этих мульти-немультипликативных переменных дает очень простые комбинаторные формулы. Там бином Ньютона в прямом смысле надо просто знать формулу бинома Ньютона, чтобы посчитать все размерности и определить этот произвол. При этом там раньше там вот я знал, это были, есть понятие характера Картана, есть понятие полином Гильберта, функция Гильберта. Но все это очень просто считается, когда у вас именно инволютивный подход. Если у вас есть базис Гребнера, то там это достаточно головомойная такая комбинаторная задача. Там не все так просто посчитать. Вот. Ну, теперь я хотел бы показать как раз, как работать с самой системой. Ну, первый момент, поскольку в докладе у меня было озаглавлено о том, что я хотел показать, как самую систему поставить. Сейчас, секундочку. Ну, есть GitHub, на котором все находится. Вот. Михаил Дмитриевич мне тут помог, но я думаю, он и дальше мне поможет сделать описание и нормально, так сказать, все сделать. Структура файлов очень достаточно простая. Везде есть файл README. Вот. Основная структура, папка утилиты называется, она связана с тем, что я в прошлом докладе как раз говорил про сборку мусора, аллокаторы, работу с целыми, там, перестановки и так далее. Это та библиотека, которая может вообще использоваться, не обязательно связана с компьютерной алгеброй и инволютивными методами, она сама по себе ценная. Вот. PyInf, это мы с Владимиром Петровичем делали как раз на питоне, на чистом, чтобы можно было везде запускать. И здесь есть построение Бейса Гребнера, инволютивный подход, в том числе реализован на чистом питоне, но это чисто для студенческих вещей, поскольку ну, иногда проще запустить, и на любом мобильнике можно поставить питон, он легко ставится, хоть Android, хоть этот самый яблоко надкушенное, то везде там все ставится. Опять мой амбидекс работал. Вот. А инф – это уже сам по себе Гребнер. Тут есть и булевские полиномы уже в реализации частично представлены, деревья Жаны, многочлены везде. И тут есть так называемый файл, файлы, вот, скажу, файл в папке build, есть файлы readme. То есть, чтобы создать make, надо поставить утилиту cmake. Если у вас она присутствует, она чем хороша, она адаптирует проектные файлы, хоть у вас Windows, хоть Linux, под разные среды и так далее. То есть она проверяет, что у вас стоит на компьютере, в каком объеме, какие библиотеки есть, нет, и сообщает об ошибках и так далее. Вот. Ну, сложностей сборки под Linux никаких больших нет, но я обещаю, что в ближайшее время я сделаю сборку и под Windows, но там основная проблема – это библиотека GMP. Как раз длинной арифметики, которые ее достаточно тяжело адаптировать в Windows, хотя сборки такие тоже присутствуют. То есть это ну, некоторый такой вот технологический чисто момент. Вот. Ну и самое главное, вы когда собрали, вот есть такая хорошая библиотека Cytone, которая позволяет очень легко файлы на C написанные или на C++ легко встроить сам Python, поскольку правильное название на самом деле питона C Python. То есть S в начале, это значит, что он написан на C, поскольку питоны бывают написаны на разных, так сказать, языках программирования. Вот тут надо скопировать вот из этой папки копии директория и просто набрать Python 3 build. Я делаю сразу все по третий Python, поскольку получился вот один первый инф, который был вот несколько лет, он как бы поддерживался. Он работал под вторым питоном, но все-таки меня сумели перебить, что третий гораздо лучше, я с этим полностью согласен. Перешли, потому что эта версия языка уже поменялась, и поэтому здесь на самом деле питон любой тут будет поддерживать, потому что Cytone на себя берет поддержку разных версий, что удобно само по себе, ну и автоматизация сборки здесь присутствует как бы в полной мере. Вот.
Ну, вот он ГИНФ. Просто главное, вот я выделил, цветом показал, вот импорт ГИНФ, это вот просто сделать. Вот эта оболочка Юпитер мне очень нравится, она такая достаточно удобная, но достаточно просто вызывать в самом питоне. То есть я вот нажимаю, вот прошли вычисления, видите, номер 3, как обычно в системе компьютерной алгебры, это, кстати, и делается также. Вот. Реализован таймер. И почему таймер сам по себе реализован? Тут несколько, как говорится, вопросов. Во-первых, таймер должен грамотно учитывать, сколько вы потратили время, сколько у вас там, например, на вывод потратилось, сколько у вас потратилось вообще системного времени и так далее, и так далее. Вот. Он сделан так, что Windows и Linux работают здесь одинаково, тут здесь все грамотно сделано. То есть вот тут я, например, сейчас нажму, посчитаю 50 тысяч факториал. Ну, вот системное время, видите, 0,5 секунды. Вот. Аллокатор, про который я делал как раз вот двухнедельный доклад. Максимальная память, текущая память и время затрачено на сборку мусора. Ну, ясно, что сборки мусора тут никакой не было. Вот. Также и память здесь никакая не была затрачена, поскольку таймер там минимальное время, память требует сам по себе. Точнее, никакой не требует памяти, это же фактически просто одно время. Можно установить сразу же лимит на требуемую память. Дело стоит в том, что вычисления очень часто длятся очень долго, могут компьютер подвесить за счет того, что начнется своп на винчестер и так далее. Поэтому сразу можно память ограничить, в данном случае тут здесь задействовано, что здесь 100 мегабайт. Вот, если вы, вот я вот сейчас у нас 100 мегабайт, если надо снять ограничение, я просто напишу 0. По умолчанию лимит памяти бесконечный, то есть это 0. Вот. Для многих задач очень важно базис Гребнера, он всегда в каком-то упорядочении, так же, как и инволютивный. Раз какой-то порядок, это и нарушение симметрии с одной стороны, поэтому симметричные задачи иногда плохо считаются, как раз их и любят использовать в качестве тестов. Либо раз нарушение, надо достаточно просто сделать перестановку, и, возможно, случайную, которая позволит эту задачу решить. Вот в данном случае вот как раз здесь реализован хороший алгоритм. Я, к сожалению, не помню название, но у меня есть ссылка именно в тексте там программы, ссылка на разработчиков этого алгоритма, который позволяет перестановки выбирать случайным образом, но кроме этого, он чем хорош, этот алгоритм, он постепенно переходит, перебирает все абсолютно перестановки. Ну вот типичный пример. То есть вот у нас здесь run permutation 4. Это означает, что все перестановки должны, значит, 4 факториал, да? Вот. А у нас, видите, было перебрано 16. Ну, давайте я сейчас введу, давайте умножу еще, умножу, например, на 5. Сейчас, секундочку. Тогда у меня будут перебраны все 24, видите? То есть я тут задаю множество сет, поэтому умножить каждый элемент, естественно, в смысле по ключу уникальный. Вот. И, кстати, получается, видите, я перебрал абсолютно все. То есть это очень неплохой, хороший алгоритм, и он будет позволять для разных задач, когда вы практически что-то считаете, вы посчитали в одном порядке, не получается по памяти или по времени, вы задаете случайное упорядочение какой-то другой переменных, и вполне возможно, оно посчитается. Потому что не всегда можно... Взглянув на систему, они бывают очень громоздкие, и непонятно, какой порядок переменных выбрать. Вот. Ну вот пример. В пакете очень интересно реализована мономиальная арифметика. Это многие мои размышления, и она реализована следующим образом. Введено фактически как бы два типа мономов, которые на самом деле в реализации один и тот же тип. У вас есть понятие зависимой функции, то есть у вас есть набор независимых переменных, вот, а зависимая функция определяется, вот я ее называю постпозиция, поскольку есть такая терминология для упорядочения модулей position over term или term over position, то есть что старше позиция или term, то есть сам
Маном. Или наоборот, Маном старше, а потом мы позиции сравниваем. Вот. Получается так, что у меня зафиксирована позиция, которая имеет значение минус 1, как вот в данном случае вот здесь вот написано. Если минус 1, то значит означает, что это Маном, просто Маном, у него нет позиции как таковой. То есть с точки зрения дифференциальных уравнений, потому что мне вот идеологически гораздо проще с ними всегда работать. Если вы, у вас функция всегда имеет набор, производная от функции имеет набор там дважды по x, один раз по y и так далее. А это на самом деле дифференциальный оператор. То есть когда позиция минус 1, это как бы дифференциальный оператор, а когда вы уже применили конкретные функции, вы уже позицию имеете какую-то конкретную, там, U, V, W, например, там, 1, 2, 3. Ну, чем старше позиция, чем старше номер, тем это более старшая функция, условно говоря. Вот это здесь и зафиксировано. Сначала пишется позиция, потом пишется суммарная степень, а через двоеточие причисляется сам маном. Вот тут набор нескольких переменных, вот варс, я их завел как в виде списка, и после этого я легко могу с ними всякие делать какие-то интерпретации, например, применить перестановки. Вот они все время будут разные. Сейчас, секундочку. Ой, нажал. О, видите, они все время разные получаются, то есть как бы идет изменение всевозможное. Вот. Также у Маном можно посчитать полную степень, как раз вывести позицию. Вот. Я не стал навязывать всякие функции печати, поскольку в Питоне это вот очень удобно делать. И этот принцип везде располагается в Гинви, на то, что вы всегда можете определить формат данных, как вам надо выводить. Хотите для латеха? Тут буквально функция будет несколько строчек, которые для латеха будет выводить. Хотите какую-то другую печать? Пожалуйста, выводите информацию. То есть я принцип минимализма здесь исповедую. Вот. Ну и вот пример вывода как раз вот идет. Вот. Я хочу для латеха, сейчас я давайте поставлю галочку. И это будет формат, который съест латех, и будет очень компактная формула. Вот. В том числе для всяческих экспериментов сделана возможность генерации случайных маномов. То есть здесь говорит, что маном от 6 переменных, а от 2 до 9 степень будет. Вот они будут случайным образом, сейчас, секундочку, случайным образом генериться. Ну, здесь вот так вот. Еще мы будем уставить какую-то позицию, видите, от 1 до минус 1. Вот, видите, вот, то есть он все это позволяет делать. То есть вот это вот мы раньше с Владимиром Петровичем и Денисом Яновичем, мы всегда разрабатывали какую-то специализацию. То есть отдельно рассматривали случаи, когда маномы без позиции, и тогда мы с модулями не можем, отдельно модули. Я помню, когда вообще первый раз постановку сделали, я сразу не сообразил, как вообще это все сделать, а вот сейчас вот это вот хорошо очень получается. Ну и можно тут использовать, вот видите, разные упорядочения. В настоящий момент у меня раньше было встроено в Гинви вообще, можно было чуть ли не произвольный порядок задавать с помощью матриц. Потому что если матрица невырожденная, невырожденная матрица позволяет задавать вообще любой порядок. Ну, как правило, на большинстве примеров это не нужно. Обычно всегда есть лексикографический упорядочник, который самый плохой с точки зрения вычислений. Есть по полной степени обратно лексикографическое, деглекс. Вот. И есть алекс, которое вот как с делением, как я уже говорил, связано, но плюс к этому оно, может быть, имеет смысл для построения первого дифференциального приближения. Вот. И вот есть позиция овертерм или термовый позишн. Вот, вот больше никаких вот я вариантов больше не вижу, и думаю, что это как бы вот достаточно. При печати полином, который я из манома конструирую специально, что тогда можно легко будет делать, вот как вот ниже будет сейчас построено, так сказать, я пользуюсь тем, что синтаксический разбор уже делает сам по себе питон, и этого достаточно. Вот, здесь видно, что я печатаю только первый член плюс остальное, вот. И при этом число я еще в 16-личном формате ввожу, ну, для удобства, хотя можно было по-разному там сделать 10-личный, но тогда лишние затраты на конвертацию идут.
А если вы уж хотите подробно, так сказать, распечатать, то вот можно легко написать такую функцию, которая вам позволит вот вывести все. Поскольку здесь у меня, видите, из мономов сделаны полиномы, то они все вот такое имеют. То есть моном умноженный коэффициент. Вот видно здесь. Вот. Можно вывести их порядок, размер. Поскольку мономы все сравнимы, если они от одного числа переменных, то тогда их можно сравнивать. Если они от разного числа, то тогда будет сообщение об ошибке. Вот. Все время будет, как говорится, варнинги идти, ну, не варнинги, а прерывание программы, поскольку это нарушение. Ну и вот тут разные упорядочения. Вот. Для этого есть вспомогательная функция, что они совместны, несовместны. Ну, вернее, сравнимы, несравнимы. Не знаю, как это по-английски, вроде бы я грамотно подобрал. Ну и вот пример, как можно все запрограммировать. То есть я беру, видите, в произвольном порядке. Вот, можно, так сказать, умножить, возвести в третью степень. Вот это как бы стандартная печать. И вот полностью, вот все, это легко все делается. Можно еще, вот, например, чтобы увеличить громоздкость, вот более, так сказать, крупные вычисления. Ну и здесь вот пример, так сказать, более такого специально заданные большие числа, чтобы проверить, поскольку эти числа не питоновские вот эти вот, а GMP-шной библиотеки. Кстати, в питоне их иногда был момент, как-то встроили, потом были даже модули GMP-шные, но потом они все-таки без каких-то соображений отказались. И хотя признают, что это очень достаточно быстро, но как бы вот ушли от этих вычислений. Вот здесь как раз показаны всевозможные функции для работы с многочленами. То есть мы проверяем 0, не 0, можем вывести длину, степень, норма. Норма очень удобная при вычислении. Норма здесь как считается? Норма – это размеры чисел, которые коэффициенты при многочлении. Поскольку если при этом норма как считается? Если у вас там 2-3 машинных слова, то будет 3 норма. Если 4, то 4 будет норма. Ну и сумма, естественно, всех вот этих вот норм коэффициентов. То есть это достаточно простое вычисление. И самое главное, оно как раз говорит о том, насколько вот громоздкие вычисления будут с этим многочленом сделаны. Лидирующий моном, лидирующий коэффициент и проверка, является ли primary part, то есть мы сократили на содержание сам многочлен или не сократили сам многочлен. Я специально здесь умножил на вот это длинное число многочлен, поскольку оно, это же не ноль, и я на него могу сократить. Это же не ноль. Вот, вот сейчас мы проверим все. Вот видно, что вот оно. Лидирующий коэффициент, видите, false, то есть не primary part. Вот я сейчас применю, что у меня сделали, я сделаю primary part, ему сокращу на содержание. И видно, что этот самый многочлен резко сократился, число коэффициентов, и это правда. Можно сделать еще операцию редукции, когда один лидирующий моном одного многочлена делит лидирующим полином другого многочлена, ну, в обычном смысле, не в смысле инволютивном, то тогда можно применять редукцию. Но я тут наугад применяю 11 раз, поскольку у нас ясно, что я здесь взял многочлен R, S равно R в квадрате, то есть я S на R всегда могу делить. В принципе, можно здесь подобрать, когда получится 0. Вот, то есть число редукции, но гораздо больше удобнее делать, если это все строить с помощью, так сказать, байсов Гребнера, в том числе инволютивного байса, который здесь используется. Вот я завожу сам базис. Теперь я с ним могу определять сравнимые мономы и заносить их туда. Вот, используя функции push, это я заношу многочлены, всегда байс можно пересчитать. Ну, в данном случае байс из одного элемента. Вот. Вот он так сам по себе выглядит. И, так сказать, можно вот этот вот для всех элементов байс, вот я распечатал конкретно, и сам вот элемент. Вот тут более сложный пример, так называемые циклические корни, которые сами по себе, так сказать, их любят очень использовать. Но это, как я говорил, все симметричные задачи, они очень плохо байсами Гребнера считаются, поскольку симметрия, она позволяет что-то, какую-то математику там использовать. А с другой стороны, симметрия нарушается, когда вы уж байс Гребнера всегда какой-то упорядочный применяется. Раз вы ввели порядок, вы нарушили симметрию.
Вот. И вот это вот циклические корни. Их можно вот распечатать. Вот вывод такой вот. Видите, тут циклическая перестановка. Все мономы – это одной переменной. Всевозможные произведения из двух переменных. Вот один, один, один. Потом из трех. И последний – произведение всех переменных плюс один. Видите, нулевое вот. Вот. Можно построить, так сказать, посчитать базис Грёбнера сам по себе. Вот, он был подсчитан. И чем отличается новый ГИНФ от старого? Здесь, например, сразу достаточно очень много времени было потрачено работа с деревом Жанне. Дело в том, что раньше мы считали, что главная компактность, и поэтому, когда возникает так называемая эта жаргонная фраза «третий путь», когда есть делители, мы с Вадимом Петровичем тогда вот считали, что лучше так делать, но я с ним уже еще обсуждал его при его жизни, что лучше все-таки от этого отказаться и перестраивать вот эту вот как бы саму структуру данных более редко или вообще не перестраивать. Вот сейчас пока мои компьютерные эксперименты говорят, что это обычно ускоряет 2-3 раза на задачах. То есть, ну и здесь вот как раз выведена статистика. Во-первых, мы сразу же можем задать при вычислении размер требуемых данных, длина базиса, максимальная позиция, время, таймер показывает, сколько мы затратили времени на вычисление. Ну, тут оно мгновенно считается. Вот. Вот. Достаточно интересная информация, максимальное количество одинаковых лидирующих мономов. Там в процессе вычисления это все очень похоже, ну, чтобы аналогию привести, кто там не более детально знаком с базисами Грёбнера, похоже на алгоритм Гаусса. И когда вы в какой-то момент выходите, у вас в матрице, когда вы алгоритм Гаусса считаете, может возникнуть такая, что у вас куча не нулевых одинаковых элементов в строке находится, вернее, в строке, в столбце. Вот. И возникает вопрос, по какому лучше делать сокращение, с учетом того, что у вас, вы просто учите, что здесь каждое вычисление очень громоздкое, в отличие от Гаусса алгоритма. Во-вторых, у вас тут не арифметика, которая с плавающей точкой, и вы за константное время считаете. У вас числа огромные здесь сами по себе. Вот. Ну и критерий, который позволяет без вычисления вот этой вот нормальной формулы узнать, равно нулю или не нулю, это первый и второй критерий Букбергера. Ну и число нулей, сколько было подсчитано, оно, как правило, велико. Вот видно, что число нулей 92, требуемая память максимальная написана. Сколько заняла сборка мусора, видите, оно достаточно маленькое время, но если задача будет более реальная, то там, конечно, гораздо больше. Вот можно распечатать все эти многочлены, их можно привести к любому другому виду, то есть, видите, функция достаточно простая, то есть, если надо в статью вставить или в каком-то другом формате, это делается очень быстро достаточно. Вот. И очень удобная функция, которая позволяет посчитать циклические, вернее, построить графики для деления, в данном случае деления Жанне. Вот, и я сразу, видите, то есть я сохранил в двух форматах. PDF – это векторная графика, то есть она масштабируется хорошо, компактный рисунок. И в формате PNG, который под ним понимает веб. И я поэтому его сразу туда вставляю. Тут, я не знаю, видно, не видно, я постараюсь увеличить, но он, по-моему, увеличит, да. Здесь полином Гильберта 70. Это значит, что это, вот эта система уравнений имеет 70 корней. Вот он сам по себе график. Можно считать нормальные формы, ну и так далее. То есть сейчас в системе планируется, как сделать. Я сейчас отлаживаю в основном алгоритм, который позволит, так сказать, я сейчас сверюсь со старым результатом, тут как бы проверка идет, а потом будет сделаны вот эти вот, как я показывал на слайдах деревья, лес деревьев Жанне, вот это деление ГБ, которое сразу же позволит требования по памяти во многом снять. Вот. Одновременно я попробую сделать кэширование промежуточных вычислений и в каком-то смысле сымитировать алгоритм Фуджера. Но только без всяких там матриц, без всяких предсказаний, какие мономы могут возникнуть в системе, чтобы их, за них позиции в этой матрице забить и так далее, и так далее. Вот это попробую сделать. И
естественно, здесь будет еще дифференциальный случай. То есть я хочу реализовать какой-то, в каком-то виде алгоритм вычисления наибольшего общеделителя от нескольких переменных, что мне позволит сразу перейти к дифференциальному случаю с переменными коэффициентами и, так сказать, в том числе и работу с разностными схемами и с первым дифференциальным приближением. То есть я хочу гармоничную такую сделать систему, вот. Ну и в конце концов попробовать добавить туда и работу с булевским случаем, поскольку он актуальный достаточно, а все реализации, вот красно-черные деревья, как, не могу сказать, как Корняк сказал, ему очень не нравится это название, говорит, красно-коричневые деревья, вот, сделать реализацию, вот, так сказать, за счет деревьев, там есть такая очень эффективная структура хранения данных, очень компактная для булевского случая, вот, и с ее использованием, вот, как бы все посчитать и сделать. Вот. Очень рад, что, так сказать, как мне сказал Михаил Дмитриевич, сумели посчитать задачу Попова, поскольку всегда есть проблема, она, алгоритм все экспоненциальный, то есть получается, вот ты написал алгоритм, вот я потратил большие усилия, написал всю программу. Но дело в том, что задачи, которые были до меня посчитаны, они и так считаются. А что-то посчитать новое, поскольку экспоненциальная функция, она быстро растет, и у вас уже не хватает ни памяти, ни времени процессорного, чтобы посчитать какую-то другую задачу. То есть получается, как бы работа, ну, не дает должного ответа. А тут очень приятно, что какая-то задача посчиталась, которая до этого не считалась, поскольку тут как бы это все-таки, ну, не все можно решить, но чем хорош еще инволютивный подход, что там достаточно простые эффективные алгоритмы позволяют построить, если у вас конечное число корней, многочлены от одной переменной. Поэтому вот как раз задачи Попова, там они должны, по идее, по логике самой задачи иметь конечное число корней. Я думаю, если раз она посчиталась, то найти конкретно корни не составит уже никакого труда. Вообще, в любых вот этих задачах важна, самая важная информация – это размерность решения. Если вы ей владеете, вы многое можете сделать. Ну, спасибо за внимание. Доклад закончен. Большое спасибо, Юрий Анатольевич. Доклад хороший, результаты очень хорошие. Действительно замечательный результат. Ну, буду стараться. Дело в том, что это вот как раз мне чем нравится, я совершенно забыл в начале доклада сказать. Вот чем мне, я сам по образованию механик, не математик, не физик. Мне немного не нравится в физиках что-то. Вот с Башкатом, с Лешей мы все время спорили по этому поводу. Вот, что-то не нравится в чистых математиках. Я там на мехмате на своем спорил то же самое по этому поводу. Чем мне всегда нравились механиков, есть задача, ну, вот чтобы как бы было понятно, вот возьмем качку корабля, крылов, да? Он изучал качку специально, и там у него уравнения были, теория качки разработаны. Вот. Но нет, у нас вот целые есть кафедры, и там большие ученые, включая в том числе ректора МГУ, а они, значит, задачу на собственные значения начинают обобщать, черт знает на что и для чего, непонятно как. Хотя изначально там везде качка корабля была. Вот. Ну, я понимаю, ну, обобщили, ну, хорошо, но оно практически не имеет значения, всегда любят проводить теорию чисел, когда разложение на множители, что-то мы изобрели алгоритмы, которые позволяют шифровать и так далее. Ну, нет практики. Вот чем хороша механика, у вас есть задача, и вы, если посмотреть по древности, все раньше ученые, они все были механиками. То есть они были математиками, физиками, они прежде всего были механиками. И вот мне еще нравится компьютерная алгебра тем, что мало изобрести алгоритм. Ты его должен сам реализовать и сам проверить, что это считает. Иначе это все бессмысленно. То есть у вас есть критерий истины какой-то, как вот эксперимент в естественных науках, так здесь это компьютерный эксперимент, который позволяет. То есть если настолько сложный алгоритм, что вы его не можете реализовать, тогда это бессмысленно. Или настолько он, как бы, может быть, имеет хорошую оценку по времени выполнения, но за реальное время там коэффициент такой большой в этом стоит, в этой оценке, что не будет выполнено. Ну, как-то вот так. Я, может, эмоционально, конечно, все это сказал, но прошу меня извинить.
Ты сказал очень образно и очень правильно, но мой тебе добрый совет старого человека. Не говори этого никто. Спасибо. Да. Ну, я как бы сразу, я поэтому сразу извинился, я знаю, что я тут уже где-то какую-то черту перехожу. Хорошо, хорошо. Кто-то хочет дополнить или задать вопросы? Я думаю, Владимир Степанович интересуется задачей Попова. Про нее, может быть, Малых Михаил Дмитриевич лучше расскажет. Что делали, что получилось, чего еще надо доделать. А это то, что будет завтра, да? Нет, завтра будет совсем другое. Совсем другое, да? Да, а эта задача как раз поиск тех самых получилось до 23 поднять. Михаил Дмитриевич, расскажешь несколько слов для... Конечно, с удовольствием, спасибо. Угу. Ну, я не буду вдаваться в подробности самой задачи Попова, я думаю, что сейчас это даже не самое главное. Важно другое. Попов получил систему алгебраических уравнений, у которой довольно много всяких симметрий. То есть в этом смысле это симметричная задача, и у нас куча проблем из-за этого при вычислении базисов Грёбнера. Вот. Попов, да, есть там естественный параметр, число n, это порядок аппроксимации, откуда изначально взялась сама задача. Попов посчитал для 19 руками. Там уже получилась довольно такая громоздкая система, но руками она раскручивалась. А все остальное он считал на суперкомпьютере Новосибирского вычислительного центра. Вот. В Сейдже мне удалось эту задачу раскрутить для n равного 20, и на этом, собственно говоря, я встал. Сейдж я запускал на почти трое суток, и ответа я не получил. Проблем по памяти не было, то есть, грубо говоря, память еще оставалась, но вот, честно говоря, терпежу уже не хватило. Вот, случаи там идут чередуясь, и на самом деле случай 19, и следующий такой же случай, это случай 23. Поэтому, собственно, я за него и уцепился, и было интересно посмотреть, можно посчитать или нет. Так вот, за двое суток... Гинф с вычислением базиса Грёбнера этой задачи справился. Фактически это означает, что дальше либо программным путем, либо вообще на руках система Попова для n равного 23 может быть раскручена. Но дело в том, что, конечно, для исключения всем было бы приятно получить базис в лексикографическом порядке, и тогда бы ответ был сразу. Но, как я уже сказал, задача Попова – это симметричная задача. И поэтому в действительности там так как всегда выходит, что находится огромное количество линейных соотношений. В данном случае, кстати говоря, тоже, насколько я помню. Поэтому на самом деле получение базиса Грёбнера в любом базисе, судя по всему, дает практически сразу решение этой задачи. Дальше там, скорее всего, будет даже не линейная алгебра, а просто устный счет. Вот. Но, к сожалению, а может, к радости – ответ довольно громоздкий, я его пока не обработал. То есть это реально несколько экранов, если не десятка экранов. Вот. Заняло это, правда, у меня было два одновременно теста запущено, заняло это больше 60 гигабайт памяти. Все вместе. Я одновременно запускал в параллель, поскольку с распараллеливанием у алгоритмов не очень. Значит, GINF и SAGE. Так что они были совершенно в равных условиях. Один считался на одном процессоре, второй, что называется, на другом. И вот вдвоем они сожрали больше 60 гигабайт. Ну и, соответственно, GINF закончил радостно рапортуя, что все закончено, а Sage продолжил. Ну еще я где-то, сколько там, часов 12 я еще, наверное, подождал, когда Sage что-нибудь соизволит мне сказать, но он мне так ничего и не сказал. Вот, я думаю... то ключевая проблема не в том, чтобы сосчитать быстро. Я понимаю желание разработчиков посоревноваться друг с другом, у кого получается быстрее. Но мне кажется, что более важным вообще возможно сосчитать. Если у вас имеется утечка по памяти, то в зависимости от того, сколько у вас памяти, вы рано или поздно дойдете до естественного предела, и дальше вы ничего сосчитать не можете.
У меня есть ощущение, подкрепленное вот такого сорта примером, что ГИНФ позволит решать задачи, до которых раньше мы даже близко дотянуться не можем. Я, кстати, хочу заметить, что задачу Попова для n равного 20 и так далее, и тем более до 23, Попов решал не просто на суперкомпьютере, он решал его численными методами. А мы решаем аналитически. Мы не теряем корни, мы можем подробно рассказать, где какие корни, какая, там, как они устроены, а устроены они задачи Попова довольно забавно. Ну что ж, я вот рад, что это уже не дремло, да? Плохо слышно, Владимир Степанович. Говорю, я очень рад. Я так понимаю, что это уже, ну, частично уже используется. То, что нам рассказывал Юрий Анатольевич. Если честно, я очень плохо слышу. Особенно последние фразы. Говорю, я очень рад. Ну, я прагматик по жизни. Поэтому, ну вот, если я вижу, что это работает реально, то какие тут могут быть вопросы? Завтра Михаил Дмитриевич сможет более подробно рассказать после доклада Белова. А, ну отлично, отлично, завтра встретимся. И у меня еще к коллегам вопрос, не относящийся к сегодняшнему семинару, но, может быть, подскажете. Если мы закончим относительно семинара, тогда я хотел бы еще задать этот вопрос. Другие вопросы имеются? У меня, если позволите, еще один маленький комментарий, совсем коротенький. Да. Алло. Да-да. Я просто хотел сказать, что у нас есть свободная и доступная, уже установленная у меня на компьютере, реализация метода Fujera F4. Ее сделал Малашонок, он меня научил, как ставить на моем компьютере его программу, и кое-какое уже, так сказать, как это... обратная реакция тоже к нему уже пошла. Так что, может быть, реализация метода Fujera внутри GINF не является, как это... Ну, нам есть с чем сравниваться. Вот что я хотел сказать. Ну, вот. В принципе, мы можем соревноваться с F4. Мы алгоритм Fujera там строим. А? Не понял. Снэйпли встроен алгоритм Fujera. Поэтому с Снэйплом можно сравнивать. Ну, Maple штука закрытая, коммерческая, и к нам может быть масса вопросов, а что это вы? Вот Малашонок утверждает, что он реализовал Fujera еще раз, так что вот можно посравниваться. У меня есть некоторые вопросы к его реализации, но я думаю, что это отдельный разговор. Вот, все, что я хотел сказать. Спасибо. Спасибо. Если других вопросов нету, то, Владимир Степанович, что ты еще хотел сказать? Хорошо. У меня вот такой вопрос. Из РНФ мне пришло письмо, они выбирают новых экспертов. И мне нужно проголосовать за одного из тройки предложенной. Но все эти три ученые для меня... Я ни с кем из них не знаком, но, может быть, вам что-то говорят эти фамилии. Ну, главное, чтобы хороший человек был, я так понимаю. То есть, если вы готовы, я вам скажу, что это за ученые. Вот первый – это Бойко Андрей Владиславович из Новосибирского института теоретической и прикладной механики. Сейчас мы вряд ли сходу сообразим. Ты, во-первых, назови, во-вторых, если можно, пришли их координаты, чтобы мы спокойно поразмыслили. Хорошо. Второй человек – Губайдулин Дамир Анварович из Казанского научного центра. Но это тоже математик. Да. Третий кандидат – это Ситикова Марина Вячеславовна из Воронежского университета. Еще раз фамилия.
Сытникова Марина Вячеславовна. Нет, если пришлешь, я поразмышляю. Добро. Ага. Хорошо, Лен, я понял. Да, но это, скорее всего, вопрос к тебе и, возможно, к Юрию Анатольевичу, поскольку он же механик, а здесь вот люди, связанные с механиками. Ну, во всяком случае, первый кандидат. Хорошо, Лен, что я тебе пришлю? Есть. Спасибо. Спасибо. Если других вопросов нету, то, Юрий Анатольевич, большое спасибо. И вам спасибо, что выслушали внимание. Дмитрий Сергеевич, какие еще у нас? Первого числа у нас будет китаец выступать. Значит, да, я разошлю завтра приглашение. Первого числа у нас выступает китаец, у которого предзащита. К сожалению, там достаточно проблематичная диссертация. Но кто хочет, прошу присутствовать и, может быть... Мы не только кто хочет, всех приглашаем. Ну, конечно. Кто хочет высказывать ему вопросы и претензии, милости просим. Не стесняться. Ну а вот, да, пожалуй, все, да. Спасибо большое. Всем до свидания. До свидания. Всего доброго, до свидания. До свидания. До свидания.